Викторина о переписи населения – тема важная, я бы даже сказал, социально важная. Именно об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем. Сегодня это утро вместе с нами встречает Александра Корниенко, начальник отдела статистики, населения и здравоохранения Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю. Доброе утро. Доброе утро, Александра Жоржевна. Самый первый вопрос – что такое викторина о переписи населения? Как она проводится и из чего состоит? Я хочу сказать, что органы статистики уже третий год готовятся к переписи населения, которая пройдет в октябре этого года с 1 по 31 октября. И одним из таких информационных мероприятий является викторина о переписи, которую Росстат организовал в этом году. Значит, 28 февраля она стартовала в 11 часов, и в течение трех дней всем жителям, которые хотели бы в ней поучаствовать, было предложено 85 вопросов по числу субъектов Российской Федерации. И трое отвечавших на эти вопросы, которые ответили правильно на все вопросы и быстрее других, получат денежные призы. Ну вот, до 2 числа закончилось время ответов на вопросы, и до 7 числа будут подведены итоги. А затем на сайте переписи, он называется «Страна2020.ру», любой другой может зайти и смотреть анонсы следующего этапа викторины. Значит, Денежные призы, это, конечно, очень интересно, но сейчас хотелось бы узнать, какие вопросы, вы сказали, 85, да, и, собственно, для чего эта самая викторина проводится? Значит, эта викторина проводится, она, значит, как бы ее девиз – это люди, факты, цифры и факты. То есть там предложены вопросы, которые позволят жителям страны узнать больше о своей истории, много неожиданных фактов о России и о ее жителях. Там будут и статистические вопросы, и истории о самой России, и о жителях тоже. Для того, чтобы поднять уровень осведомленности, да, о своей стране. Да. Угу. Кроме того, я хочу сказать, что еще Росстатом затронут, да, можно так сказать, слоган переписи «Создаем будущее». Угу. То есть как можно больше привлечь к участию в переписи населения, и чтобы каждый житель, фактически перепись, мы не спрашиваем никаких документов в переписи, то есть каждый будет отвечать на вопросы сам, как он себя идентифицирует. Есть вопросы, которые есть в других источниках, но есть и такие, которых мы не получим нигде, кроме переписи населения. Это национальный состав, это образование человека, это его брачное состояние и так далее. То есть эти все вопросы... Вопросы актуальные, важные, да. И вы только посмотрите, сколько поводов для того, чтобы все-таки принять в переписи населения участие. Ну, во-первых, вы сделаете важное дело для нашего государства, проявите свою инициативу, свою ответственность гражданскую, ну а во-вторых, еще и много нового, оказывается, можно там узнать. Это так. Александра Жоржевна, скажите, пожалуйста, вот недавно появилась новость о том, что перепись населения теперь будет вестись с помощью интернета. Да. Как можно реагировать на такие новшества? Можно сказать так, что это будет наша первая цифровая в России перепись и последняя бумажная. То есть все жители имеют возможность, которые зарегистрированы на портале госуслуг, а кто еще не зарегистрировался, может это сделать до октября месяца, с 1 по 25 октября ответить на вопросы в сети интернет. Либо на сайте госуслуг, либо воспользоваться МФЦ, если нет, допустим, дома компьютера. Угу. То есть можно прийти в МФЦ и там тоже ответить на все вопросы о себе и всех членах своей семьи. Александра Жоржевна уже обратил внимание на то, что вы в руках держите небольшой такой плакат, и там изображен цыпленок Випин, который, как я понимаю, будет олицетворять, саму перепись. Давайте, значит, немножечко о нем поговорим. Да, значит, я хочу сказать, что был еще проведен один из конкурсов, тоже Росстат его организовал, и победителем, значит, было очень много, 74 субъекта приняли участие, более 900 рисунков прислали для талисмана переписи, и вот победителем стал Випин. Это птица такая, и вообще вот сама птица, она олицетворяет свободу, скорость, устремленность в будущее. И вот как вот краски, вот, которыми изображен этот герой сказочный, скажем так,
они очень даже сильно, ну как бы ярко олицетворяют те краски, которые приняты и в самой переписной кампании. Да, вот. То есть до этого не было никакого логотипа, никакого символа? Это наши жители приняли участие. Значит, сначала каждый из жителей страны мог выбрать тот талисман, который ему нравится, а уже из шорт-трека, который отобрали жители, уже профессиональное жюри выбрало именно этот талисман, можно я который является вкратце, победителем. Что для того, чтобы выбрать этот самый символ, было направлено более 900 работ из 74 регионов необъятной нашей страны. Выбрали этого цыпленка Випина, и наверняка тоже, да. Теперь все-таки больше людей захотят посетить этот информационный ресурс, поучаствовать в переписи. Вам огромное спасибо за то, что делаете это утро информативным, интересным для наших телезрителей. Ну и, кстати, телезрителям я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Александра Корниенко, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Симферополю. Но мы продолжаем, и прямо сейчас посмотрим репортаж о том, как же правильно дрессировать собак.